С добрым утром, друзья, с добрым прекрасным мартовским утром. Вы на канале Планета Земля, и с вами Татьяна Панова. Я в Абхазии, в городе Гагра. И вот мы пешочком прошли из старой Гагры в новую Гагру. Ну и посмотрите, какая разница. Тут более-менее уже современные дома, кое-где еще есть разруха. Я вот остановилась у этого здания поснимать вам и показать, что все-таки еще очень много заброшенных зданий. Это, видимо, какой-то был санаторий. Но год прошел, изменений очень много. Мы проехали от границы. Живем пока в Гаграх. Изменений заметила очень много. Очень много отреставрированных домов. Вот здесь, наверное, когда-то был фонтанчик. Все вот такое заброшено. Но думаю, что ремонт будет, потому что вот уже металлочерепица. По-видимому, будут устанавливать забор. Демирджипа улица. Ну и там все то же самое. Неухожено, заброшено. Но в этом доме еще есть окна. Если сравнивать с санаторием Грузия, где давно нет окон, и потолки уже падают, и проваливаются полы, где я провалилась, здесь еще все целенькое, еще даже шторы какие-то висят. Ну и если не смотреть на разруху, то, конечно, радует глаз вот такие красивые пальмы. Они кругом, с длинными листьями, с листьями как веер. Очень много зелени, ну очень много. Все утопает в зелени. Ну а мы продолжаем гулять. Время у нас еще 8 утра, встали пораньше. Все цветет, поют птички. Ну как вам не показать вот такую красоту? Смотрите. Какие иголки большие. Пальмы, пальмы, пальмы. А еще вот разновидность. Сейчас я вам покажу. Смотрите, все благоухает. Все в цвету уже. Речка с гор бежит. Какая-то речушка. Вот еще какие кактусы. Необычные. И мандарины, мандарины, мандарины. Кругом. А вот еще, смотрите, какие красивые насаждения вдоль забора. Цветут. Какие-то поля высокие, южные. Какое-то здание через дорогу. Мы уже нагулялись, возвращаемся. И вот на нашем пути. Одна единственная широкая улица. Демирджипа. Управление городского хозяйства. Увидели столовую. Работает, не работает, дверь открыта. Сейчас Ирина посмотрит. Вот такое тоже советское здание. Нашли мы вот такую столовую. Посмотрели сейчас там цены. Остаемся кушать. Улица все та же. Единственная улица центральная. Но если кому-то будет интересно, я под видео напишу. Улица, посмотрю, какой-то дом. Ну, в общем, управление городского хозяйства. И вот с левой стороны это столовая. Уютненько там сидят, кушают уже люди. Время 9 уже. Нет, даже, наверное, больше уже. Часов 10, наверное. 10 можно руки помыть. Вот. Такой зал. И цены. Цены. Цены нормальные. Я сейчас почитала. Нужно выбрать.
Так уютненько. И вот. И вот какой ассортимент уже с утра. Можно пройтись посмотреть. У Саления какие-то вкусности. Куриное филе. Печень куриная, грудка. Блинчиков. О, с творогом блинчики. Пеканочка. Соусы различные. В общем, мы остаемся здесь кушать. Вот такие завтраки мы с Иринкой себе приобрели. Оливье, блинчики с творогом, со сметанкой и кисель. А Иринка еще взяла, это что тебе, запеканка? Запеканка. Сколько да, ты свой, за свой завтрак заплатила? 242. 242? Угу. А я заплатила 188. Оливье 90, кисель 25, сметанка и блинчики. Ну, очень чисто, мне нравится, очень уютненько в этой столовой. Будем завтракать. Продолжаем гулять. Так, сытно, вкусно поели. А вот я с правой стороны еще одно здание увидела. Покажу. Тоже заброшенная. Санаторий, наверное, какой-то. А, его не видно. Или он работает. Ну, что-то какой-то совсем старенький. Джимерджипа. Красивое название улочки. Сейчас подойду поближе. Смотрите, друзья, эвкалипт. Ой, как птички поют. На входе где-то, при входе я видела надпись. А, вот она, санаторий. Вот, сана. Санаторий, сана. А через дорогу банк. И через дорогу ТЦ Гагра. Супермаркет на первом этаже, бутики какие-то, карапузик, вижу, вот ничего не вижу. Дверь открыта, значит работает. Ох, как птички поют.